В Ненецком округе распределили разрешение на добычу лося и бурого медведя в общедоступных угодьях. Жеребьевка с участием охотников состоялась сегодня в окружном профильном департаменте в режиме онлайн. Перед началом жеребьевки исполняющий обязанности руководителя окружного профильного ведомства Михаил Ферин озвучивает информацию по установленным лимитам на добычу животных на общедоступных угодьях Ненецкого округа. Постановлением губернатора округа был утвержден лимит добычи лося на территории округа на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года в количестве 34 особи. Из них лось старше 1 года 28 особей, лось до года 6 особей. Лимит на добычу бурого медведя в общедоступных угодьях региона составляет 9 особей. Кроме того, охотники могут добыть 12 особей выдры. Впрочем, на нее заявок пока не поступало. Жеребьевка по распределению разрешений на добычу выдры проводиться не будет, так как в установленные сроки с 1 мая по 1 июля не было подано ни одного заявления по выдре. Заявление на выдачу разрешения на добычу выдр будет приниматься в департаменте от всех желающих в порядке очередности. Всего на участие в жеребьевке в период с 1 мая по 1 июля текущего года в адрес департамента от охотников поступило 254 заявления по лосю, в том числе 190 на добычу сахатова в возрасте старше 1 года и 64 на добычу особи в возрасте до 1 года. Еще 20 заявлений поступило на добычу бурого медведя. По результатам жеребьевки составлена очередь из охотников в соответствии с приоритетным правом на получение разрешения. Реализовать эту возможность они смогут в течение 15 дней. В случае, если кто-то из охотников, имеющих преимущество, откажется от получения разрешения, это право перейдет к следующему по списку. Ирина Никишина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».